Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Престарт в рубрике Paint Lab. Мне также задавали в комментариях вопрос по поводу того, какие же все-таки кисточки использовать. И сегодня в этом небольшом коротеньком видео я вам расскажу этот небольшой путь от безымянных кисточек к очень даже хорошим и брендированным кисточкам. И первые кисточки у нас на обзоре будут кисточки безымянные или же вот некоторые там нейлон, а ну это ворс. Пифагор. Стоит ли брать такие кисти? Нет, однозначно не стоит. Ну, если уж только взять какую-нибудь вот такую вот кисточку и намазывать клей для склейки миниатюр. Это совершенно бесполезные, ужасные и ненужные в нашем деле кисточки. И я не говорю от того, что там якобы может быть реклама, то, что переплачивать за бренд. Нет, на самом деле качество у них ужаснейшее. Их брать не стоит. Они стоят порядка 100 рублей за вот такую вот упаковочку. Там 3 штук, 5 штук. Не надо, лучше переплатите чуть-чуть, буквально 100-150 рублей, но возьмите уже что-то более интересное. К этому же разряду самых таких кисточек, которые нам не подойдут, плохих кисточек, я бы отнес кисточки от фирмы Brauberg. Но также стоит отметить, что я ими начинал красить. Их брать можно, но они в этом списке и рядом с этими, потому что эти кисточки буквально, вот я сейчас отыскиваю в своей большой коллекции Brauberg'ские кисточки, они буквально просто-напросто одноразовые. То есть, да, они вполне неплохо, можно даже подобрать с очень хорошим ворсом, да, полностью, который будет устраивать. Но одну миниатюру они окрасят и потом начнут пушиться. А если вы будете использовать еще и металлики, оно просто-напросто весь ворс засорит. И уже потом это будет очень сложно отмыть. Мне они тоже не понравились. Я как бы тоже начинал с них. Эти были куплены просто ради обзора. Да и там где-то их нашел там у сына для акварели. Эти же я уже покупал более-менее осознанно, когда не знал, какими красками красить. Ими было покрашено буквально пару-тройку миниатюр. И уже даже, вот я скажу честно, на второй, на третий уже они начали косячить. Начали распушаться, мусориться. Ну, не самое приятное, и после таких вот пируэтов с этими кисточками миниатюрки стоило бы переделывать, что я потом, конечно же, и делал. И следующая позиция кисточек — это кисточки от фирмы Малевич. Они еще, почему тут написано Агват, это не знаю, что это, но суть в том, что это действительно уже добротные, хорошие кисти для покраски миниатюр. Не лучшие, но хорошие, добротные. А ими было покрашено не один десяток миниатюр. И, как видите, даже на видео я иногда еще ими крашу. Отличные, хорошие, долговечные, приятные в использовании кисточки. И вот, наконец, вершина нашего кисточного айсберга. Самые дорогие кисточки, которые у меня есть. Мне их подарила моя любимая супруга на день рождения, потому что я очень их просил. По заверению многих, скажем так, людей, которые занимаются художественной росписью и живописью, это самые лучшие кисточки на данный момент на нашем рынке. Кисточки Рублев. Все последние миниатюрки покрашены именно ими. Отличное качество. Это натуральный колонок. Превосходно. Как будто они сами красят миниатюру за тебя. Вы просто вводите пальцами. Я в восторге просто от этих кистей. Ими тоже уже покрашен не один десяток миниатюрок. Они как новые. Они с той же изящностью и легкостью наносят краску, как и когда только я их получил в свои руки. Но, конечно же, на рынке это не самые дорогие, есть еще более дорогие, к примеру, кисточки от фирмы Цитадель. Соответственно, краски Цитадель, миниатюрки производит Цитадель. Но я вам скажу одно, у меня была одна такая кисточка, и я ее просто-напросто сломал. Нечаянно на нее наехал стулом. И я скажу то, что, наверное, меня за такие слова заклюют. Но я скажу, что очень плохие кисточки, я бы даже сказал, отвратительные. Вот, если честно, они чем-то схожи вот с вот этими Браубергами. Хотя, тем не менее, у них огромная цена. Реально, набор вот этих кисточек стоит как одна кисточка Цитадель.
а качество у нее так себе. Пожалуй, на этом я закончу данное видео. Я рассказал о тех кисточках, которые вы можете спокойно купить в ближайших магазинах или же на маркетплейсах. Китайские кисточки я тоже бы не стал использовать, потому что, опять же, я бы их отнес к разряду ноунейм кистей. И по отзывам на тех же самых маркетплейсах, они тоже такие же отвратительные, как и наши вот эти деревяшки. Так что выбор очевиден. Если, скажем так, финансы не позволяют брать дорогие кисточки, кисточки Брауберг, кисточки от Малевича прекрасно справятся со своей задачей. Ну а на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, давайте общаться. Всем до новых встреч. Всем пока.